Vanguard Productions представляет «Рок-рок-рок». В фильме снимались Alan Freed и Rock'n'Roll Band, а также Фрэн Манфред, Tuesday World, песни Дори исполняет Кони Фрэнсис, Тедди Рандаццо из Три Чаклс, Жаклин Керр, Айви Шульман, Мунглоуз, Чак Берри, Фламингос, Джимми Кавалло и Хаус Рокерс, трио Джонни Бернетта, Лаверн Бейкер, Сирина и Боутайс, Фрэнки Лайман и Тинейджерс. Оператор Морис Хартсбенд. Художник-постановщик Пол Хеллер. Автор сценария Мильтон Субботский. Продюсеры Макс Розенберг и Мильтон Субботский. Режиссер Уилл Прайс. На школьный бал с Томми? Он меня еще не пригласил. Пригласит. Хотелось бы мне найти такого же хорошего парня, как Томми. Когда-нибудь ты его встретишь? Надеюсь, что до бала. Ты влюблена в Томми? Ну? Любимого не было у меня. Я не знала томления любви. Катание при луне, вечера у огня, романтический плеск волны были от меня далеки. Never.
Свою любовь я повстречала. Одиночества не боюсь я теперь. И счастлива, как никогда. Он пришел, мое солнце, жизнь моя. И единственный для меня. Вот. Что я чувствую? Хотелось бы мне влюбиться. То есть, чтобы в меня кто-нибудь влюбился. Приглядывай за Томми. Новенькая Глория спросила о нем сегодня, поздоровавшись со мной в школьном коридоре. А эта девушка, если решит что-то заполучить... Привет. 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 Привет, Томми. Ладно, мне пора. Надо приглядеть за сестренкой. Не забывай, что я тебе сказала. Сама знаешь, о ком. В школьной газете напечатали сегодня объявление. Видела? Алан Фрид ищет талантливых исполнителей рок-н-ролла. Будешь участвовать? А ты не хочешь? Мне ни за что не выиграть. Я так не думаю. Здравствуй, Дори. Здравствуй, Глория. Глория, это Томми. Томми, Глория. Здравствуй, Глория. Здравствуй, Томми. Еще увидимся. Кто это? Ее зовут Глория Баркер. Она недавно приехала. Ладно, мне пора. Ты не проводишь меня? Конечно. Чуть не забыл сказать. Посмотри программу Алана Фрида завтра вечером. Я ее никогда не пропускаю. А что будет? Сюрприз. Какой? Посмотри и увидишь. Позову Арабеллу. Будем смотреть вместе. Здравствуй, Глория. Боже, что за день. С утра я пошла в магазин заказать новое вечернее платье для танцев. Ты наденешь вечернее платье на танцы? Без бретелек. Голубое. Без бретелек. Голубое? Твой приятель сказал мне, что это его любимый цвет. Ладно. Пока. Пока. Надо же. Раз у нее будет, я тоже такое куплю. Я считаю, что у тебя должно быть платье. У тебя должно быть все, что душе угодно. Жаль, что я не могу подарить тебе все это. Мне не одарить тебя бриллиантами и не осыпать жемчугами. Не порадовать тебя дворцами. Но уж зато в любви у тебя будет все, что захочет душа. To kiss you sweetly and arms to hold you tight. All my thoughts will be of you each morning, noon and night. For when it comes to love, you'll have the things your heart needs. Ooh, I can't give you satins or sables or
that you may have been dreaming of. But baby, what good are those satins and those sables unless you've a heart full of love? You'll have deep devotion. Со мной преданность ты узнаешь и любовь, что не потеряешь. Нежность и доброту. Никогда я тебя не изменю. Так что в любви у тебя будет все, что захочет душа. Это меня. Hello, здравствуй, Арабелла. Что ты делаешь в такой чудесный субботний день? Мама собирается в магазин, и я должна присмотреть за сестренкой. Я свожу ее в кино. Не хочешь пойти? Хотелось бы, но... У меня нет Д, Е, Н, Е, Г. Что? Я истратила все карманные деньги. Мне и на меня с моей злюкой не хватит. Вот что. Встретимся на террасе клуба через полчаса. У меня есть план. Пока. Папа, дай мне доллар. Мне надо кое-куда сходить. Ладно. Куда ты идешь? В кино. Минуточку, юная леди. Постой-ка. Ты хочешь сказать, что у тебя не осталось денег? Я не хотела говорить, но ты все равно узнал. Ты же собиралась следить за бюджетом. Я следила, но он вышел из-под контроля. Можно посмотреть? Мороженое, конфеты, журналы, музыкальный автомат 40 центов, ЭП... 60 центов. Что такое ЭП? Элвис Пресли. И все же, что это? Папа, ты милый. Ну, такой честный. Я крутила пластинки Элвиса Пресли на музыкальном автомате. У тебя уже записан музыкальный автомат. Почему ты все не сложила? Получилось бы, что я истратила слишком много денег на что-то одно. Это нечестно. Это все равно, что в бизнесе вести двойную бухгалтерию. А это плохо. Плохо? Это незаконно. За это сажают в тюрьму. Я договорилась встретиться с Арабеллой. Спасибо за деньги на кино. Не за что. Минуточку, минуточку. Я не давал. Луиз? Луиз? В чем дело? В твоей дочери, Луиз. Не было недели, чтобы она не перерасходовала карманные деньги. Она не умеет считать деньги. Ты только посмотри. Подожди. Смотри. Счета, счета, сплошные счета. Счета за платье, за шляпки. Чего только тут нет. Луиз, мы должны показать этой девчонке, что деньги не растут на отцах. В понедельник прямо с утра я пойду и закрою все наши счета в магазинах. А вдруг ей понадобится новое платье? Нет. Дори не получит ни одной новой вещи. Привет. Привет, Дори. Привет, малышка. Привет. Давно ждете? Несколько минут. Пойдем? Я да, а вот она. Ты не хочешь в кино? Нет. Хочешь куколку? Нет. А мороженого? Нет. Хочешь кубик? Нет. Чего ж ты хочешь? Я знаю, чего она хочет. Пошли. Вот какие дела. С нашей долей беда. Малышка весела лишь когда танцует рок-н-ролл.
всех ей это запрещать. А сейчас вечер рок-н-ролла с Аланом Фридом. А вот и он сам. Алан Фрид. Всем привет, как дела? Добро пожаловать на праздник звезд рок-н-ролла. А начнем мы с Уэйланда Тиммермана и Фредди Митчелла. Рок-н-ролльный буги. Boogie. Yes, a rock and roll boogie. Давай. Дуй, друг, дуй. Да, да. Да. Ну как? А теперь одна из ведущих американских вокальных групп Moonglows с песней «Я с самого начала знал».
вспомните парня, которому гитара была дороже машины. Сейчас он сам споет вам песенку о своем новом автомобиле. Чак Берри, вам меня не догнать. Одна из самых лучших американских вокальных групп «Фламингос» из Чикаго, штат Иллинойс, с песней «Придется ли мне плакать». To you.
Теперь держите крышу, потому что вас ждет номер, который ее просто снесет. Сенсационный Джимми Кавалло и его House Rockers с песней Big Beat. They used to groove so soft and sweet, but now to be real up to date, shout it out with a big, big beat. Everybody singing to the big beat. Everybody singing to the big beat. All across the nation, coast to coast, choosing fashion is the most. Trumpet, the clarinet would send them so. Now they shout for the tenor sax. They all give out with a go, man, go. Everybody shout for the big beats. Everybody shout for the big beats. All across the nation, coast to coast. Transing the nation, it's the most. Rock, roll, go. Everybody shout, everybody sing. Everybody dance for the big, big, big. Наступил кульминационный момент, которого мы ждем каждую неделю. Победитель нашего конкурса талантов на этой неделе – замечательный юноша, который споет прекрасную песню, и вы еще о нем услышите. Томми Роджерс с песней «Благодаря тебе». Благодаря тебе я начал жить. Благодаря тебе мне в радость жизнь. Я и не знал, что жизнь может быть так прекрасна. Но вот ты встретилась мне и преобразила ее. Where I was lonely
on true happiness. Thanks to you. Интересно, о чем ты думаешь? Теперь, когда он победил на конкурсе, Глория заинтересуется им еще больше. Она придет на танцы в вечернем платье. В голубом вечернем платье. Без бретелек. Остается только одно. Я завтра же пойду в магазин и куплю такое же. Ну, пожалуйста, мисс Силки. Девочки, вам придется подождать. Я займусь вами, но в порядке очереди. У меня клиентка в примерочной, и я выйду, как только закончу. Хорошо? Идемте. Ты следующая? Да. Похоже, все захотели вечерние платья, когда услышали, в чем будет Глория. Если бы и мне было ради кого надеть вечернее платье. Ты встретишь его совсем неожиданно. Вот увидишь. Не знаю. Иногда мне кажется, что это никогда не случится. Прости, не подскажешь, где хозяйка? Мисс Силки там. Это он. Я знаю, это он. Кто? Парень моей мечты. Его зовут Мелвилл. Мелвилл. Он из моей французской группы. Да? Да. Надо же, мне было выбрать испанский. Мелвилл, познакомься с Арабеллой. Арабелла, Мелвилл. Очень приятно. Почему ты ничего не сказала? Он прекрасен. Ну, Дори, чем могу помочь? Мне нужно вечернее платье. В витрине висит очень миленькое, за $30. Голубое. Ты сразу заплатишь? Зачем? Я запишу на счет, как всегда. Ты не знаешь? Что? Твой отец закрыл счет сегодня утром. Правда? Извини. Надо же. Посуда уже помыта? Да. Дори мне помогла. Дори? Это странно. Я тоже так подумала. Она ужасно долго возится. Надеюсь, она все правильно делает. Дори моет посуду? Удобно? Да. Дори? Да, папа. Тебя что-то беспокоит? Вообще-то да. Видишь ли, папа, я была сегодня в магазине, и мисс Силки сказала, что у нас там больше нет кредита. А мне просто необходимо вечернее платье для танцев. Вечернее платье. Там есть одно очень красивое. Всего за $30. Всего за $30? А знаешь ли ты, юная леди, как трудно заработать $30? Знаю, но мне оно очень нужно. Что ж, когда у вас танцы? В субботу, через 2 недели. И когда крайний срок для заказа платья? Примерно за 3 дня до танцев. А что?
Вот что мы сделаем. Платье стоит $30. Что ж, я дам тебе $15, если ты заработаешь еще 15. Возможно, когда ты узнаешь, как трудно зарабатывать деньги, ты станешь поменьше их тратить. Ну где мне взять $15? Первый национальный банк. Дори Грэм, как дела? Прекрасно. Спасибо, мистер Бимбл. Садись. Итак, Дори, чем могу помочь? Я хотела бы занять денег. Что? Для этого ведь существуют банки. Да, верно. Но мы не даем денег без рекомендаций и залога. А что такое залог? Залог. Это вещь, которую люди нам оставляют, стоимостью не меньше выданной суммы. Когда люди кладут деньги в банк, что вы с ними делаете? Не знаю. Мистер Бимбл, вы хотите сказать, что берете у людей деньги и не знаете, что с ними делаете? Конечно, я знаю, что мы делаем с деньгами. Я имел в виду, что не знаю, на что идет каждый конкретный депозит. То есть все депозиты перепутаны? Нет, нет, нет. Их заносят в бухгалтерские книги даже дважды. Вы ведете двойную бухгалтерию? Я не веду двойной бухгалтерии. Дори Грэм, давай... Когда вкладчики кладут деньги в банк, где вы берете деньги, чтобы платить проценты? Банк зарабатывает деньги, давая суды ответственным людям, у которых есть залог, и получая проценты с кредита. А сколько вы берете? 6%. Это ужасно много. 6% – это стандартный процент. Правда? Да. Мне он кажется ужасно высоким. Допустим, появятся люди, которые будут брать меньший процент, чем вы. Спорить готова. Они очень быстро переманят ваших клиентов. Правда, мистер Бимбл? Вы дали мне нечто более ценное, чем деньги. Вы дали мне знания. Спасибо, мистер Бимбл. Арабелла, хотела бы ты купаться? Арабелла, хотела бы ты купаться в деньгах? Я придумала совершенно чудесный способ заплатить за свое вечернее платье. Я стану банкиром. Ты? Точно. Я буду давать деньги в долг под проценты. А где ты возьмешь деньги? В этом ты можешь мне помочь. У меня есть всего $15. И те в банке мистера Бимбла. Но это ужасно. Ты должна немедленно их забрать. Он не чист на руку. Откуда ты знаешь? Они ведут двойную бухгалтерию. А это государственное преступление. Мне папа сказал. В любую минуту банк могут закрыть, а всех сотрудников отправить в тюрьму. Надо же. Заберу-ка я оттуда свои деньги. Тогда ты сможешь положить их в мой банк и заработать огромные проценты. Ты должна немедленно забрать деньги из банка мистера Бимбла. Но мне надо на урок. Что лучше, быть невеждой или банкротом? Хороший вопрос. Пошли. В чем дело? Ни в чем. Я опять видела Мелвина. И он со мной заговорил. Я не смогла придумать, что ответить. Что ж, если он заговорил с тобой, значит, ты ему понравилась. Возможно, в следующий раз тебе будет, что ответить. Очень надеюсь. Друзья, послушайте меня. Стойте. Сол, выключи музыкальный автомат. I
У меня великолепные новости. После шоу я спросил Алана Фрида, не приедет ли он на наш вечер. Я только что говорил с ним по телефону, и он приедет и привезет с собой все шоу. Так что танцуем рок! Здравствуй, Дори. Oh, hello, Gloria. Здравствуй, Глория. Я только что забрала свое новое вечернее платье. А ты свое уже получила? У меня не было времени, но я его куплю. Кстати, Глория, тебе деньги не нужны? Мне всегда нужны деньги. Тогда я могу тебе одолжить. Я занялась банковским делом. Что? Я одолживаю деньги. $1 до выплаты карманных денег. Всем, кому нужно. А какие ты берешь проценты? Банк берет целых 6%. А я только один. Всего 1%? Я дам тебе доллар, а ты вернешь его мне и еще $1. Еще $1? Это просто даром, если вспомнить, что банк берет целых 6. Ты уверена, что берешь по $1 с доллара? 1% от доллара — это доллар. Разве нет? Конечно, конечно. Скажи, Дори, ты уже много денег одолжила? Ты первый человек, которому я предложила. И где ты берешь деньги? У Арабеллы, моего вкладчика. И сколько она положила? $15. Дори, вместо того, чтобы искать много однодолларовых клиентов, не хотела бы ты одолжить все $15 одному человеку? Кому? Мне. Если у меня будет еще $15, я смогу вернуть это убогое платье в магазин. Я видела там гораздо более шикарное за $45. Его только что привезли. Если ты одолжишь мне $15, я верну их тебе и заплачу $15 процентов, и ты быстро заработаешь $15. Когда ты мне их вернешь? У меня на той неделе день рождения. Я получу пару чеков. Тогда я с тобой расплачусь. И ты дашь мне залог? А что ты хочешь? Не знаю. Что-нибудь ценой как минимум $30. Давай я заложу свое новое платье, то, которое куплю. Хорошо. Напиши расписку о том, что если ты не расплатишься со мной, я получу платье. Тогда я одолжу тебе $15. Договорились. Томми, можно тебя кое о чем спросить? Конечно. Иди сюда. Томми, как ты думаешь, что в школе скажут о девочке, которая обобрала одну из своих одноклассниц? Это всем очень не понравится.
Предположим, эта девочка узнала, что одной из ее одноклассниц очень нужны деньги. И одолжила их. Как же она ее обобрала? Она ей помогла. А если она одолжила деньги с условием, что та вернет их вдвойне? Вдвойне? Кто на это способен? Дори. Дори? Не может быть. Спроси ее. Но почему? Она пыталась раздобыть денег. Кто тебе такое сказал? Она мне одолжила деньги. Это ужасно. И будет еще ужаснее, если об этом узнает вся школа. Конечно, я могла бы согласиться не говорить об этом. Что ты хочешь сказать? Если бы ты пошел на вечер со мной, а не с Дори, я могла бы забыть обо всем этом. Но я уже пригласил Дори. Скажи, будто ты забыл, что уже пригласил меня. Не могу. Предпочитаю, чтобы вся школа узнала о том, что Дори попыталась со мной сделать. С ней никто говорить не станет. Дори, подожди минутку. Дори, у меня чудесные новости. Какие? Я пойду на вечер с Мелвиллом. Он пригласил меня всего 5 минут назад. Это замечательно. Это мой большой шанс. Поэтому мне нужны $15, которые я тебе дала. О, нет. Надо сделать химию, маникюр. А может, и лицом заняться? Верни мне деньги. Я их уже одолжила. Так забери их назад. Вкладчик имеет право взять свои деньги, когда захочет. Да, но это экстренный случай. Арабелла, я не могу. Дори Грэм, если ты не вернешь мне деньги до завтра, я с тобой больше разговаривать не буду. Арабелла! Глория? Глория, нам надо поговорить. Да? О деньгах, которые я тебе одолжила. Твой день рождения был на прошлой неделе, а ты до сих пор их не вернула. Ах, это, неужели ты на самом деле подумала, что я их тебе отдам? День рождения у меня только через 5 месяцев. Ну, ты сказала, что хочешь получить по доллару на каждый доллар, который одолжила. К твоему сведению, это не 1%, а 100%. Да. Если бы ты хоть немного разбиралась в арифметике, то знала бы, что 1% от доллара – 1 цент, а не доллар. Я могу отправить тебя в тюрьму за вымогательство. А как же $15? Их-то ты мне вернешь? Со временем. Может быть, по доллару в неделю. Но мне нужны деньги сейчас. Тем хуже для тебя. Мне надо готовиться к следующему уроку. А тебе следовало бы повторить арифметику. Дори. Здравствуй, Томми. Что случилось? Ничего. Ты говорила с Глорией? Она тебе сказала? Что? Что она пойдет на вечер со мной. Что? Я давно ее пригласил и думал, что она забыла об этом. Глория? И ты? Томми. Бедная птичка. Я знаю, что ты чувствуешь. Маленькая пташка, я знаю, от чего ты загрустила.
не ведает никто. Им нет дела до того, что любимый тебя покинул. Что еще случилось? Ничего. Папа, если один человек одолжит другому человеку деньги, а тот откажется платить, что можно сделать? Это зависит от того, оставил ли тот человек этому человеку залог. Да, оставил. Тогда его можно реквизировать. Реквизировать? Забрать в свою собственность в счет погашения долга. Забрать в собственность? Правда? Таков закон. Куда это ты собралась? Пора обедать. Скажи маме, чтоб не ждала, я буду позже. Все очень просто, мисс Силки. Я хочу реквизировать залог. Я не понимаю, это что, шутка? Я совершенно серьезно. Подожди минутку. Мисс Силки, мое платье готово? Минутку. Вот она. Какое красивое! Мне не терпится увидеть его на себе. Дори, спасибо, что позвонили, мисс Силки. Папа, что ты тут делаешь? Это дамский магазин. Мисс Силки позвонила и сказала, что задержит тебя до моего приезда. Так в чем дело? Да. Я бы тоже хотел знать. Я пыталась объяснить вам по телефону, мистер Баркер. Дори сказала, что ваша дочь заняла у нее деньги и отказалась возвращать. Теперь она забирает платье. Я реквизирую залог. Глория взяла деньги под залог этого платья? Зачем тебе понадобилось занимать деньги? Мне не слишком нравилось платье за $30, которое ты купил. А я видела это шикарное платье за $45, но я знала, что ты мне больше денег не дашь. И поэтому... Ты заняла их у моей дочери. Но откуда Дори их взяла? Заняла у Арабеллы.
Нет, Арабелла была моим вкладчиком. Но я не обязана возвращать эти деньги, потому что Дори давала мне их под 100%. А это противозаконно. Под 100%? Любопытно. Дори. Я ошиблась, папа. Я думала, что беру 1%. Мне никогда не давалась арифметика. Но она все поняла, но не сказала мне. А кроме того, ты говорил, что платье переходит ко мне как залог. Да, по закону. Минуточку. Я заплатил $30 за это платье. А я еще 15. Я не позволю вам забрать 45-долларовое платье за 15-долларовую суду. Остается только одно. Верните Дори деньги, которые у нее заняла Глория, и забудем об этом. Я не стану платить долги Глории. Признаюсь, вы поставили меня в тупик. У вас есть другие предложения? Нет. А у вас? Нет. У меня есть предложение. Мистер Баркер хочет вернуть свои $30. Верно. Папа, у тебя есть шанс заключить выгодную сделку. Тебе надо отдать мистеру Баркеру $30. И ты получишь 45-долларовое платье. Всего за $30. Да, звучит заманчиво. Минуточку, юная леди. Мы договорились, что я заплачу $15, а другие 15 ты заработаешь. Да, но я сэкономила $15 из стоимости платья. А это все равно, как если бы я заработала $15, правда? Делай, как я говорю. Сначала отдай деньги отцу Глории. Теперь платье мое. Но ты ведь должна вернуть Арабелле ее $15. Как ты выкрутишься? Это просто. Мисс Силки, я хочу поменять это платье на $30 и получить $15 сдачи. Теперь можно купить это платье мне, оно всего на $15 дороже. После того, как ты натворила столько дел, попыталась обмануть Дори, купила за моей спиной более дорогое платье. Нет уж, Глория, я не стану покупать тебе платье. Даже за $30? Простите, но это последнее. Голубое платье без бретелек. Любимый цвет Томми. Она уносит мое платье. Пошли, мы едем домой. Постойте-ка. Дори сэкономила $15. Это все равно, что заработать $15. И она взяла платье. И обменяла его на $30. Вот твоя сдача, Дори. Приходи за платьем утром. Спасибо, мисс Силки. Нам пора домой, папа. Мама, наверное, ждет нас обедать. Папа, все в порядке? Да, да, конечно. До свидания, мисс Силки. Прошу тишины. Давайте начнем наш вечер с Джимми Кавалло и Хаус Рокерс. Рок, рок, рок. Grab your partner, grab your gal, and rock. Rock, 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 everybody. Rock, 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 everybody. Rock, 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 everybody. You rock it and you rock it and you rock it around. Roll, 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 everybody. Roll, 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 everybody. Roll, 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 everybody. You roll it and you roll it and you roll it around. Everybody, clap, 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 everybody, clap
jump, jump, everybody. Jump, 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 everybody. Jump, 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 everybody. You're jumping and you're jumping and you're jumping around. Bump, 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 everybody. Bump, 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 everybody. Bump, 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 everybody. You're bumping and you're bumping and you're bumping around. Рок-н-ролл – музыкальная река, которую питает много притоков. Ритм и блюз, джаз, рэг-тайм, ковбойские баллады, фольклор – все они много дали биг-биту. И вот молодой человек, пришедший из просторов кантри, чтобы присоединиться к нам, рок-н-роллерам. Джонни Бернетт с песней «Одинокий поезд». А теперь одна из самых любимых ваших вокальных групп – Moon Glows. Искренние ребята с песней «Вновь и вновь». I pleaded for.
А теперь давайте хорошенько повеселимся с Лаверн Бейкер и Тра-ла-ла. А теперь перед вами выступит чудесная поющая группа с великолепной песней. Серину и Боутайс из нью-йоркского Бруклина с песней «Сколько я себя помню». Где Серина и Боутайс? Наверное, опять загуляли. А вот и они. The kids were playing cops and robbers. I was buying lollipops for two. Ever since I can remember, I've been in love with you. When the guys were choosing sides for baseball, I was dreaming of two eyes of blue. Time flew by until the senior dance. From the first sweet kiss, I knew that this was not just a childhood romance. Now the dreams we spun for fun as schoolmates, every day another one comes true. Не знаю, что и сказать о следующем номере. Что можно сказать, кроме того, что он сенсационен и пользуется успехом по всему миру? Фрэнки Лайман, 13-летний подросток с великолепным певческим даром. И тинейджеры. Baby, baby.
Это все. Пока. Хочешь еще? Дори, нам надо поговорить. Я сказала тебе по телефону. Мне не о чем с тобой говорить. Глория заставила меня. Как она могла это сделать? Она сказала, что иначе расскажет всем в школе о том, что ты пыталась выманить у нее какие-то деньги. И ты ей поверил? Не в то, что ты сделала что-то дурное, а в то, что она всем расскажет. А теперь ваша собственная поющая звезда. Томми Роджерс. Иди. Thank you.
Эта песня для особенного человека. Она знает для кого. Я не должен был тебя до слез доводить. Я буду тебя до самой смерти любить. Дай мне еще один шанс. Неужели ты не дашь мне шанса отдать сердце тебе? Неужели ты не дашь мне шанса стать другом тебе? Когда ты обнимаешь другого так нежно, я надеюсь попасть на его место. Неужели ты не бросишь взгляды? Пожалуйста, брось взгляд в сторону мою. That someone, some way, oh, someday it could be me. Won't you give just a glance? Please give me a glance in my direction. In my direction. Что с тобою мы созданы для идеальной любви. И я это докажу, если шанс получу. And I can prove it to you. If you give me a chance, I know that you. I was wrong to make you cry. I will love you till I die. Give me one more чай. Томми, прости, что я не дала тебе возможности объясниться. А ты прости меня, что я хоть на минуту в тебе усомнился. А теперь давайте разойдемся по-настоящему. С Бикл, Сирс и Биг Бендом. Сейчас, сейчас. Thank you.
Фильм озвучен фирмой СВ «Дубль» по заказу ГТРК «Культура» в 2005 году.